операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы People к любому went into US Congress with political demands. 400 people are now facing criminal charges. They are facing prison terms of up to 20, maybe 25 years. They are called homegrown terrorists. They are being accused of many other things. 70 people were arrested right there on the spot. 30 of them are still arrested. On what grounds? Not quite clear. One of the participants, a woman, was shot dead on the spot. She was not threatening with, with arms or anything.